Работа на форуме командная. Юристы, экономисты, экологи, геологи, судостроители, проектные менеджеры коллективным разумом решали государственные задачи по развитию арктических регионов. Одно из интересных предложений как раз касается воды. О мотивировании предприятий создания замкнутого цикла водопользования. То есть предприятия не будут выбрасывать воду, они будут ее самостоятельно очищать. В ходе встреч с известными учеными и политиками прозвучало много интересных тезисов. Например, одним из наиболее востребованных направлений развития телекоммуникационного сектора российской Арктики имеет все шансы стать телемедицина. А министр образования страны Ольга Васильева, посетившая форум, заявила, практика НИИ остается в прошлом. В будущем наука должна быть молодой и сильной, а значит, путь к Нобелевской премии нужно начинать уже в университете. Глава ведомства уверена, в России есть кому вступить на эту дорожку. У меня всегда очень хорошее впечатление, когда встречаюсь с нашей молодежью, а здесь впечатление и усиливается еще тем, что здесь ребята из разных городов России, чьи помыслы связаны и специальности будущие именно с арктической зоной. Поэтому впечатление очень хорошее. Хорошие глаза, умные, хорошие. Хорошие ребята, хорошие вопросы. Встретился с участниками Международного молодежного форума и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он призвал молодых ученых сформировать экспертную лабораторию по вопросам развития арктического региона. Она может появиться на базе ведущих вузов. Молодежь, собственно говоря, если она свяжет свое будущее с Арктикой, с этой огромной большой перспективой и принесет с собой ту страсть к всему новому, современному, то это как раз и... По сути дела, безальтернативный путь освоения для России и Арктики. То есть мы можем осваивать Арктику не технологиями лишь только, а технологиями и молодыми людьми. Выступление Дмитрия Рогозина так зарядило ребят, что даже участники форума из Юго-Восточной Азии всерьез задумались об арктических перспективах. Я уже вижу точки соприкосновения, где Сингапур может сотрудничать с Россией. Например, загрузка судов, создание объектов инфраструктуры. В последний день молодежного форума ребята презентовали свои проекты, где аккумулировали идеи и мысли, рожденные в ходе дискуссий. В финальной панельной дискуссии принял участие губернатор Игорь Орлов, отметив, что Арктика – это новый вызов России и всему миру, требующий прорывов в технологиях, экологии, энергетике, социальной сфере. И молодые ученые сыграют здесь первостепенную роль. Я увидел, что кто бы что там ни говорил про нашу молодежь, она просто прекрасна. Она готова вот к таким вот прорывам за 6 дней так погрузиться. Вот я увидел, что у меня есть партнеры среди молодежи, которые способны помогать нам решать любые задачи. Это самое главное. А старшие коллеги готовы помогать молодежи. Так, партнер форума «Национальный парк Русская Арктика» пригласит 5 участников на стажировку. Очередной трудовой сезон в Арктике начнется в июне. В самое ближайшее время с ребятами, прошедшими отбор, свяжутся и предложат поработать в арктических широтах. Артемий Заварзин, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Александр Кузнецов. 7 дней в регионе.